Вячеслав Подолбцев, він успів проти Васильові Дляву, він був до Степана Пуля, він міг на дорогу Сайдонту. Подолбцев, розумію, що він вступив під атаком, він справді з Мультоном Білом, він каталін за Таїнського. Він міг цього, а знову, що став атаком Білом. Він казав, що Подолбцев, він атаком Білом, він був за там заїхати з Вячеслав Подолбцев, всі гірі класи, кілька доларів Сайдонту, а запити до Маріна на Патрон, там віспали вам на другій Патрон. Непосредственно сидя в зале в Москве. И, представляете, к моему удивлению, через два года я его вижу опять на сцене в Москве, сцена Крокус Сити Холл. Этот человек уже стоял в очень почетном звании у нас в Коралловом клубе. То есть он еще и развивался у нас в клубе. И вообще это просто потрясающий, замечательный человек. А теперь результаты долгожданные. Прошу вас.
Спасибо за смелость еще раз. Есть люди, которые за одно выступление не могут сказать все результаты. Поэтому мы предоставили им такой шанс снова высказаться. Пожалуйста, можете представиться еще раз. Самойлова Елена еще не все сказала, поэтому. Женщина одна пришла и первый этап выпила курама микрогидрин и коловад, а потом все по концепции похудела на 20 килограмм и говорит, я хочу для мужа взять. А я не знала, что у мужа какие там проблемы. Я говорю, ну бери. Она взяла первый этап, курама микрогидрин и коловад, через 2 недели приходит, глаза сверкают вот такие, и вот заходит, я говорю, что такое? И я пошутила, говорю, что муж что ли залюбил? А она не может слова сказать, она смеется. Оказывается, да. Я говорю, а сколько не любил-то? Она говорит, 10 лет. То есть я не знала этого, вот продукт сам находит, и вот как бы это. Потом после одной концепции здоровья женщина осталась, все ушли, она говорит, я врач, терапевт, у меня цирроз, я скоро умру. Я говорю, знаете, я не врач. Я говорю, ну у меня есть вода, очистка и питание. Хотите? Она говорит, хочу. Через год она стояла на сцене, совершенно здоровая, сняла себя этот диагноз как врач-терапевт и потом очень много продавала коловат по 5 в неделю. Еще один результат. Женщина пришла, я говорю, вы воду пьете? Она говорит, нет, я не пью воду, я пью только с лимоном и с медом. Так принципиально, а у самой на руках экзема кровоточит. Ну, говорит, вот очистку я, конечно, выпью. Выпила очистку, у нее все прошло, теперь она продает очень много коловат. И одна женщина у нее пришла, выпила коловаду и говорит, вы знаете, я не поленилась, все это дело промыла, у меня было 3 литра паразитов. И вот после вот таких программ, они, конечно, 50% хронических заболеваний, всех заболеваний уходит. Поэтому спасибо. Спасибо огромное. Представьтесь, пожалуйста, откуда, что было, что стало. Меня зовут Евгений, город Воронеж. Ну, мне коловада прошла, конечно, не очень так просто, потому что о продукте знал мало. Вот. Но на выходе получил много интересного. Из коловады. Больше, как говорится, выносливость больше стала. Некоторые продукты отпали, которым было огромное желание там, кушать там, хлебушек. Ну, вот, не такой яркий на мне как бы процесс, а более яркий у меня прошел на моей бабушке. Я уже потом начал испытывать, да. Вот. Она сбросила где-то порядка 8-9 килограмм. Вот. Вон она сидит, кстати, стесняется, конечно, выйти. 10 килограмм. Потом двигаться стало более энергичнее. Она говорит, я начала показывать, на стул становится. Говорит, никогда не могла встать на стул. Вот я сама залезла, на табуретку присаживаться начала. Вот. И причем движение столько в день начало у нее происходить. Она говорит, я не могу остановиться, что это. Спасибо. Представьтесь, откуда и что было, что стало. Сергей Захаренок, город Тамбов, мне 50 лет. Ну, как человек предыдущий говорил, как у дурака фантиком, но я как тузик блох нахватался в болезни. Был на форуме, видел, конечно, этого человека, которого сейчас на экране показали. Впечатляют результаты. Вот. Ну, я поделюсь своими. Значит, 25 лет назад у меня вышел камень из почек. Вот. Появился белок в моче. И наша классическая доблестная медицина ничего с ним не могла поделать. Здесь, значит, пришел в коралловый клуб 2 года назад. 6 января будет 2 года. На 2-м месяце на паразитарной программе у меня исчез белок в моче. Меня это, конечно, вдохновило. Стал продолжать дальше работать над собой. Бросил курить, похудел, в объем убрал 18 сантиметров, которые за жизнь отказался от сосисок, от пива, которые раньше с удовольствием все употреблял. Ну и в Москве в кардиологии меня плотненько посадили на таблетки от холестерина, от орвастатин. Кто их принимал, тот знает. И
если на них сел, то слезть невозможно. Вот полгода назад я от них отказался и отказался от крови разжижающих. Еще полминутки. Значит, висцералка снизилась с 12 до 8. Биологический возраст снизился до 35. Ну, пил воду, пью и буду пить, естественно. Применял коловаду. Вот сейчас 14-й день, у меня сегодня лимфоочистки. Ну, в общем-то, все. Плюс 18 сантиметров. Представьтесь, пожалуйста. Самый, мне кажется, веселый человек на мероприятии. Ваш смех заряжает всех. Меня зовут Григорий, я из Воронежа. Проходил когда коловаду, я до коловады, у меня было сильное желание, это вот было в мае, научиться подтягиваться. Я до коловады научился один раз подтягиваться, ну, с прыжка, после коловады, когда проходил коловаду, я вообще не занимался, ну, потому что там же, ну, вот, кто коловаду знает, как она проходит, но там не особо получалось заниматься. Коловаду прошел, попробовал подтянуться два раза. Не знаю, откуда второй раз взялся. Не знаю, откуда. Потом у меня еще... Без прыжка? Нет, без прыжка, конечно. Спокойно. Вот. Потом у меня еще была все время такая мечта, то, что осенью, зимой не простужаться вообще. То есть, ну, просто вот каждый год у меня как автоматически шло вот такое, что в школе, что еще. Раз в год постоянно. Вроде здоров, а тут бац и простуда. Откуда она берется, не мог понять. Вот уже вторую осень, я просто в коронклубе только с прошлой осенью, ни в той осенью, ни этой, вот вообще даже думать забыл, что это такое. H500. Вот H500 в этом году, вот этой осенью даже, ну вот, стараюсь каждый день. Вот. Все. Спасибо. Что вы сейчас так делаетесь? А сейчас я просто немножко увлекся другим йогой. Если захотите научиться подтягиваться, обращайтесь, я помогу. Спасибо. Спасибо большое. Представьтесь, откуда осталось подтягивать. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Сергей, мне 33 года, я из Воронежа. В свои 33 года я уже подошел к тому, что нужно было в жизни что-то менять, потому что здоровье испарялось, как говорил об этом Борис Михайлович, здоровье, время, все это испарялось из моей жизни, и при жизни вела фактически в никуда. Вот. Ну, осознав, что что-то нужно менять в жизни, я пошел, начал заниматься спортом. Так как я работаю тяжело физически, для меня занятие спортом было сопряжено тоже с определенными физическими нагрузками. Конечно, подбирал все это мой тренер, спасибо ему, Сергей Сафонов. Он присутствует в зале, вы его прекрасно знаете. Ну что, я в клубе с сентября, у меня, может быть, не такие серьезные результаты. Начал я просто с хоралловой воды и H500. Постепенно возвратились силы. Еще, ну что сказать, у меня тот же набор, как и у каждого стандартного человека, сидящего здесь, может быть, меньше. Вот, это панкреатит, холецистит, камни в желчном были, значит, камни в почках, поджелудочные, ну, сами понимаете, вот такой вот полный набор таких обыкновенных болезней. И с сентября меня, ну и к тому же вегетососудистая дистония. Ну это кадр второго это дело. Значит, с сентября начиная, я стал употреблять, как я уже сказал, воду и H500. Сейчас я прихожу к системе очистки коловада. И что изменилось во мне? Значит, при употреблении воды буквально через несколько недель у меня прекратились головные боли по утрам, вернулись физические силы благодаря тому же антиоксиданту. Я сейчас работаю, успеваю все. Меня
на работе ребята говорят, да как так можно, и ты работаешь здесь у нас, и ходишь еще где-то занимаешься, и на все тебе хватает, и ты всегда бодр и свежий. Вот такие вот результаты скромные, я не мог не поделиться с ними, хотя первый раз, конечно, я постеснялся, если честно. Спасибо. И расскажите вы о себе, светлый человек. Меня зовут Ирина, я из города Липецка. В принципе, у меня такая банальная ситуация, но она касается женщин. Всю жизнь худела, сидела на диетах, ела квашеную капусту, была очень стройная. Потом после 45 начала гормональный сбой, нарушение, она как говорит, возрастное. Начала переть, очень сильно растолстела. Пришла к гинекологу, он говорит, ну что ты хочешь, 45, бабка-ягодка, не хочу бабкой. Бабкой не хочу быть, хочу быть красивой молодой женщиной. Познакомилась по интернету с девушкой, с Татьяной Бандуриной, очень сильно ее люблю, спасибо ей огромное. Задала ей вопрос, почему так выглядишь в такие в свои, как бы, ну до 40, да, лет. И, в общем, вода, на воде похудела на 6 килограмм, потом коловада 12 килограмм, 20 килограмм ушло. Но так как я сразу люблю покушать, и я поняла, что это вот, как вот то, что Татьяна Янакова сказала, это не сразу. Вот меня тоже бесило, мне нужно было прям сразу выпить, сразу стать стройной, как моя Танюшка, любимая Бандурина. Но я поняла, это работа над собой, это питание. Питание. Ну и, конечно, коловада. И еще у меня тоже интересное, вот все говорят там, какие побочные явления при коловаде, да, нельзя, вот там язва желудка. У меня подруга, язва желудка у нее, и она прошла коловаду, она говорит, ну, она такой с юмором тоже человек, живет в своем доме, у нее биотуалет. Она мне звонит и говорит, Ирин, то, что я увидела в унитазе, я точно это не ела. В общем, вышли какие-то черви, не знаю что. Чувствует себя настолько, еще у нее лицо, вот знаете, как пигментные пятна, очень сильные. Вот у женщин, как говорят, тоже после 45. У нее лицо стало светлеть, но она уже пропила 3 коловаты. Вот это. Вот побочных явлений нет, только вот результат хороший. Спасибо. Спасибо огромное.